Совсем свихнулся, господи. Пожалуйста, Сив. Врач сказал, что нам нужно попробовать, так? Свайн? Что ты делаешь? Эротиск. Пытаюсь быть эротичным. Это что-то новенькое, Свайн. Здесь только я и ты, и море. Простите, я ничего не видел. Не думала, что здесь кто-то есть. Мы можем пойти на ту вечеринку, середины лета. Опять кого-то ограбили. Где? В городе. Банда подростков избила 35-летнего мужчину до потери сознания. Зачем ты это читаешь? Они били его ногами по голове. Мужчина до сих пор в коме. Вот тебе и вечеринка. Вот мне интересно. Что у них в голове происходит? То есть топтаться на голове мужика, которого даже не знаешь? Думаешь, если бы они его знали, было бы иначе? По крайней мере, это можно было бы понять. Тимон, кого ты любишь сильнее? Маму или папу? На первом месте мама, потом папа, правильно? Иди сюда. Поцелую мамочку, Симон. Ой, что это у тебя в носу? Козявка. Боже, как это отвратительно. Убери ее немедленно. Ты избавился от нее? Нос чистый? Куда ты ее засунул? В рот засунул? Гадость, терпеть такое не могу. Не целуй мамочку. Иди лучше поцелуй папочку.